Всем здравствуйте! О погоде на вторник, 30 ноября, расскажу вам я, Ирина Торопова. Пасмурная погода ожидается на территории Кировской области во вторник. Плюс 1 градус ожидается в Слободском и Кирсе, плюс 2 в Нолинске, Уржуме и Вятских Полянах. В Кирове во вторник обещают пасмурную погоду. Днем плюс 1, плюс 3, ночью плюс 2. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 89%. Ветер южный до 6,5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное. Световой день продлится 6 часов 53 минуты. Луна убывающая. Это был прогноз погоды на вторник, 30 ноября. Всем пока!